кстати, недалеко от нашего дома находится улица, называется Hawthorne. А в переводе это боярышник. Вот, это свои дома. А стоят они, конечно, несколько миллионов. Я потому что снимаю опять-таки за магнолии, вот, который очень красиво цветет. Это вы уже слышали. Вот, вот эти вот дома. Все частные дома. Трудно вообще предположить, сколько они точно стоят. Но думаю, что больше 3 миллионов. Потому что здесь очень дорогая земля. Кстати, я не знаю насчет вот этих вот белых. Вот там вот, маленькое белое дерево. Похоже, что это тоже какой-то вид магнолии. Здесь таких деревьев много, но они все какие-то небольшие такие вот. Больше в виде каких-то кустиков. Вот. Хотя вот это дерево магнолия, это тоже достаточно молодое. Я видела в Ричмонде, это Вирджиния, там такие огромные деревья. Вот, кстати, и даже, кстати, в Арканзасе, где жила Зося, там тоже такие массивные деревья, как дубы вековые. Вот. Мне очень нравятся эти дома из красного кирпича. Тоже собственный дом. Вот. Здесь какая-то такая вот, не знаю, викторианская прелесть. Хотя это, наверное, ну да, викторианская. С этими английскими оконцами. Вот такая вот улица Hawthorne.